Сегодня народные избранники одобрили изменения в положении о денежном содержании муниципальных служащих. И уже согласно этому документу чиновники, цитирую, в целях повышения престижа муниципальной службы получат 136 миллионов рублей, которые им нужны для денежных поощрений и ежемесячных выплат. Например, на премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также к праздникам, юбилеям и так далее. 60 миллионов на эти цели уже были предусмотрены в местном бюджете, как премии по итогам работы. Остальные 76 поступят из